Рома. Варианту завез шайбу в зону, далее потери, и вновь команда «Спартак». Атакует, передача на вершину, Уханов попадает под жесткий силовой. От Григорьева, и шайба вновь достается. Команде ЦСКА Долженков. Пробрасывает ее угол, и армейцы вполне обоснованно не летят. В массивной атаке стараются играть попроще, но при этом угроза воротам сохраняется, и угроза крайне серьезная. СКА, но шайбу забирают железнодорожники. Заброс. А вглубь Уткин, стоя на месте, попытался пойти в обыгрыш, попал под жесточайший силовой прием, но силовой прием был без. И вновь ЦСКА в атаке. Бросок с неудобной от Григорьева. И третья шайба влетает в ворота Самсонова. Последние две минуты третьего. Да, и правда. Ну, одну забили, я вот только что говорил об этом. Гол. А вот и вторую забили.